Всем доброго дня! С вами снова Хитсад ТВ. Уже наступила красивая осенняя пора. Желтые и красные листья повсюду. Но что же может испортить ваше настроение? Это наличие грызунов в вашем доме. Какие бы они ни были милыми, с ними приходится бороться. Если вы смотрите это видео, значит, вы точно ищете решение этой проблемы. Как же избавиться от этих грызунов? Поговорим о способах подробнее. На полках специализированных магазинов можно встретить большое разнообразие средств. Но самой большой популярностью среди потребителей пользуется фирма Rubit. Способ номер один. Средство для отпугивания грызунов. Саше-пакеты с ярко выраженным запахом эфирных масел. Одного пакетика хватает, чтобы распространить отпугивающее действие на всю комнату. Способ второй. Средство для отпугивания грызунов в виде теста сырных брикетов. На самом деле они очень схожи. Эти средства можно разложить не только в помещении, но и на улице. Способ номер три. Готовая смесь для истребления крыс. Бывает в трех формах. Это доукомарин в зернах, в гранулах и готовая зерновая смесь. Способ номер четыре. Приманочная станция Rubit Killer. Просты в применении. Открыл и поставил. Больше ничего не требуется. Обладает высокой привлекающей способностью для крыс и мышей. Сразу вызывает удушье, и гибель наступает на открытых местах, а не в норах. Способ номер пять. Rubit Killer клей для всех грызунов. Абсолютно не токсичен для человека и животных. Также имеются клеевые готовые ловушки. Вот этот вид открывается как книга, раскладывается в нужных местах. Также есть вот такие пластиковые подложки. Ценовой диапазон всех средств невысокий и доступен каждому покупателю от 40 до 150 рублей. Как вы поняли из нашего видео, среди большого разнообразия каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. И каждый из вас все равно подберет нужный для себя способ борьбы с грызунами. Надеемся, что в этом видео вы нашли полезную информацию. До новых встреч!